Простой рецепт приготовления горбуши в духовке – идеальный выбор для тех, кто следит за своим здоровьем и фигурой. Это изысканное блюдо способно украсить не только повседневный, но и праздничный стол. Нежная, сочная рыба, ароматный соус из сметаны и пряных трав, мягкая тягучая сырная шубка, покрытая хрустящей золотистой корочкой, от такой рыбки даже самые завзятые мясоеды не откажутся. Так что рецепт приготовления горбуши в духовке не покажется вам лишним, я думаю. Для тех, кто хочет скинуть пару-тройку лишних килограммов, в качестве гарнира подойдет легкий зеленый салат, а любители покушать поплотнее могут есть горбушу с картофельным пюре или отварным рисом, вкусно будет и в том, и в другом случае. В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. Рыбу отделить от кожи, вынуть кости и нарезать небольшими, примерно по 100 граммов, кусками. Полить соком лимона, посолить. Сметану смешать с солью и специями. Вложить рыбу в смазанную маслом форму для запекания. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Полить сметаной, разровнять ложкой. Сыр натереть на терке. Посыпать рыбу сыром. И отправить в разогретую до 180 духовку примерно на полчаса. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Нам понадобится: горбуша 600 грамм, сыр твердый 150 грамм, сметана 0,5 стакана, пряные травы по вкусу, тимьян, орегано, майоран и так далее, соль по вкусу, перец душистый молотый по вкусу, масло растительное 1 столовая ложка для смазывания формы, лимон 0,5 штуки, количество порций 4-5. Если вам нравится мое видео и вы хотите отблагодарить меня, то ставьте палец вверх, если нет, то палец вниз. Жду вас снова.